Так, всем привет! Маркетинг-план проекта «Статус 7.0» для новичков, то есть с рисованием кружочков и разжевыванием всего, чего можно. Так, первое, что мы отметим, это то, что мы будем рассматривать вот эту часть маркетинг-плана, которая называется «Старт». Она для нас сейчас самая интересная и самая актуальная, поэтому только на ней и остановимся. Значит, в табличке, которая приведена в презентации, в первом столбике вы можете видеть такое вот название статус, да, и символы S1, S2, S3 и так далее до S10. Статусы — это по сути отдельные матрицы, абсолютно одинаковые по структуре 10 матриц, только с разными входами. Бинарные матрицы. Что такое бинарная матрица, мы сейчас с вами рассмотрим чуть дальше. И мы сейчас возьмем для примера вот эту самую первую матрицу, 100-рублевую, школьную так называемую, да, то есть для тех, у кого ну совсем плохо с деньгами, либо кто очень уж боится, что его обманут и заходит на 100 рублей попробовать. На примере этой матрицы мы рассмотрим маркетинг, все остальные будут точно по такой же схеме работать, просто 100 рублей очень удобно считать проценты от этой суммы. Так, давайте переходим к кружочкам. Итак, что же такое бинарная матрица? Бинарная матрица – это такая матрица, в которой под каждым из участников в первой линии стоит только два человека. Ну вот давайте конкретно посмотрим. Вот это вы, да, зашли вы на 100 рублей в матрицу, зарегистрировались. Пригласили одного человека, он стал вот сюда под вас. Пригласили второго, он стал сюда. Потом вы человек активный, приглашаете вы третьего человека. Куда же он девается, если у вас в первой линии вашей только двое может находиться? Вот здесь вот возникает тот самый легендарный, многими ожидаемый перелив. То есть вы переливаете своего первого человека и ставите под него, как бы, да? Если вы дальше продолжаете приглашать, то человек летит вот сюда, следующий, потом летит вот сюда. Если вы очень активный человек, то есть заполнили вот эту линию из четырех, и приглашаете дальше, он летит вот сюда, получается уже. То есть вы уже переливаете свою вторую линию. Думаю, это понятно, как выглядит бинарная матрица. Бинарная матрица здесь у нас на 10 линий в глубину. То есть с 10 линий в глубину вы получаете свои доходы, которые мы сейчас вот дальше и рассмотрим. Да? Что это значит? Это значит, первая линия 2 человека, вторая 4, третья 8, потом идет линия из 16, потом идет линия из 32, 64, 128 и так далее до 10 линии. Всего суммарно получается в матрице, с которой вы зарабатываете, 2046 человек. Вот с этого количества людей вы будете получать вот эти свои доходы, которые мы сейчас и рассмотрим. Так, давайте мы уберем вот эти все линии, чтобы нам не мешали. Итак, к доходам. Еще раз, зашли вы в матрицу, пригласили человека. Человек зарегистрировался, это значит, заплатил те же самые 100 рублей, да, если мы говорим о первой школьной матрице. Что вы получаете от его входа? Первое, что вы получаете, это за личное приглашение 50%. Он ваш личник, он зарегистрировался по вашей ссылке, значит, вы получаете с него 50%. 50% от 100 рублей – это 50 рублей. Очень легко считать. Что вы еще с него получаете? 4% за место в матрице. Вот, видите, да? То есть, помимо того, что он ваш личник, он еще и занял место в вашей матрице, вот этой, состоящей из 10 таких линий, из 2046 мест. За это вы получаете 4%. 4% от 100 рублей его, это составляет сколько? 4 рубля еще вы получаете. Что еще вы с него получаете? Есть такая штука, как экстра-бонус. Это штука лотерейная. То есть здесь вам может капнуть от 1 рубля до 500 тысяч рублей. Ну, на самом деле, вот вчера, позавчера довольно высокие экстра-бонусы раздавались. То есть я вот там получал лично 1070 мне капало. То есть, представляете, да, пригласил человека на 100 рублей, получил с него сразу 50 плюс 4 и еще 1070 капнуло. Нормально так, да? Кто-то там скидывал в чат 1200 было. Было у меня несколько прилетов по 175, 125. Но были и маленькие. Были по 1 рублю, были по 6, там по 16 рублей. То есть эта штука такая вот, ну именно лотерейная, что называется, да, рандом. Поэтому мы исходим из того, что гарантировано, а гарантировано, что здесь будет 1 рубль. Итого, с вашего лично приглашенного вы получаете 50 плюс 4 плюс 1,
55 рублей. Причем неважно, где этот человек находится в вашей матричной структуре. То есть может быть такое, что у вас вот здесь вот все заполнено уже, вот эти линии, и ваш личник оказался, ну, где-то вот здесь, либо еще ниже. Неважно, он все равно находится в вашей матрице, и он все равно ваш личник. То есть вы и с него получите точно так же, как и с этого. 50 плюс 4 плюс экстра бонус, там сколько выпадет, да? Это нужно понимать, что личник это не обязательно человек, который находится вот здесь вот в матрице, прям под вами. В любом случае он ваш личник остается. Так, дальше, что еще вы получаете? Давайте еще рассмотрим вот эти 4% за место в матрице. То есть 4% вы получаете с любого человека, который, ну вот допустим, вот здесь вот он стоит, да? Даже если это не ваш личник, и даже если это не приглашенный вашего приглашенного, а просто перелитый вам сверху человек. Он оказался в вашей матрице, и таким образом вы с него получаете 4%. 4%, ну опять же, если мы рассматриваем самую дешевую 100-рублевую матрицу, то это 4 рубля. Ясно, да? Дальше что? Бонус 10% с активного дохода лично приглашенного. Вот ваш лично приглашенный, для примера, да? Он оказался человеком активным. Пригласил вот этого. Что он с него получил? Ну, все то же самое, что и вы получали. 50 плюс 4 плюс экстра бонус, да? Но активная часть его заработка составила 50. 50%, ну то есть 50 рублей. И вот с этой активной части вы получаете 10%. То есть от его 50 рублей вы получаете 10% это сколько? 5 рублей вам летит, да? 5 рублей. Не вы пригласили этого человека, его пригласил ваш личник, он получил с него активный доход 50, вы с этого получили 10%, то есть 5 рублей. Более того, ваш личник под ним образовался еще один человек вот здесь, да? Он его не приглашал, он прилетел откуда-то там переливом, да? То есть он не имеет никакого отношения, но он в его матрице, в матрице вашего личника, как и в матрице вашей, собственно, да? Поэтому получается, что вы с него получите 4%, то есть 4 рубля. Ваш личник с него получит 4%, то есть 4 рубля. И при этом вы еще получаете 10% с пассивного дохода. То есть вот это пассивный доход вашего личника, 4 рубля. А раз это его пассивный, то вы получите с него еще 10%. 10% от 4 рублей еще 0,4, да? То есть 40 копеек. Ну, 40 копеек может показаться смешной цифрой, да? Но на самом деле нужно учитывать, что, во-первых, мы берем самую дешевую матрицу все-таки, да? Совсем уж, ну, самую дешевую школьную. А во-вторых, учитывайте то количество людей и то количество вот таких вот выплат, которые будет лететь в пассивном режиме. Их просто очень много будет. Поэтому, когда вы прикинете, как это выглядит, то вы поймете, что это совсем не так уж смешно, как казалось изначально. Так, собственно, вот так. Я рассказал, да, о том, что здесь 10 линий в глубину. Рассказал, вход от 100 рублей понятно. За личные приглашения 50% объяснил, как это. 10% с активного дохода тоже показал, 10% с пассивного, 4 за место, перелив, понятно, переливы возможны, но я никогда и никого на переливы не зову в матрицу, то есть я никогда и никому переливов не обещаю. Да, если вы займете хорошее место, удачно станете, попадете, то рано или поздно переливы вас обязательно настигнут. Но здесь ничего нельзя гарантировать по времени и нельзя гарантировать, куда именно вы попадете. Поэтому я всех призываю считать, что матрица это все-таки активный вид заработка. Хотя, безусловно, переливы в ситуациях каких-то возможны. Так, и экстра бонус до 500 тысяч рублей. Да, это я тоже сказал, это рандом лотерейка. Теперь давайте вернемся еще раз вот сюда к табличке. И я проговорю еще один важный момент. Да, мы с вами рассмотрели все на примере первой матрицы, самой дешевой, школьной, в которую заходят люди, ну, либо совсем без денег, либо очень переживающие, что тут, может быть, там что-то не выплатят, а выводится, не выводится, надо проверить. Вот. Но сейчас уже, да, когда проработало какое-то время, проект проработал, уже, понятное дело, все больше и больше людей уже все проверили, удостоверились, уже страхи пропали, и поэтому, естественно, все большее количество людей начинает заходить на так называемые лидерские входы. Что такое лидерские входы? Это входы пакетные. S5, например, да, стоит 3100 рублей. Что значит S5? Это означает, что вы заходите на S1, S2, S3, S4 и S5 включительно. Да, вот на 5 матриц сразу вы заходите.
Таким образом, цена для вас общая составляет 3100 рублей. Ну, то есть, сколько там получается? 40-45 долларов. Не такие уж и деньги, да? S6, соответственно, то же самое, но уже включительно шестую матрицу. S1, S2 и так далее до S6 включительно. Вход составляет 6300. Тоже, ну, как бы не ахти какая сумма. Очень много людей сейчас именно так и заходят. Зачем это нужно вообще? Сейчас давайте я вам быстренько попытаюсь это объяснить. Здесь маркетинг продуман таким образом, что даже находясь на самой дешевой матрице, допустим, на S1, да, при этом, если ваш личник будет заходить раньше вас в S2, в S3, вы все равно будете получать с него 50%. То есть вы находитесь на 100-рублевой матрице, а ваш личник заходит в 200-рублевую, да, вы все равно получаете с него сразу же 50%. То есть вам летит 50% от 200. Даже если он заходит вот сюда на S10, да, ваш личник, и платит там 51-200, вы все равно 50% получаете от этого. То есть сколько там, 25 с лишним тысяч, да, вам летит, даже несмотря на то, что вы находитесь только на S1. Казалось бы, так а нафига тогда вообще переходить в более дорогие матрицы, да, классно же, я вообще вот на 100 рублей зайду, приглашу людей, и пусть они там заходят в дорогие, а я буду просто рубить с них там капусту, да, сидя на 100 рублях. Казалось бы так, но на самом деле есть одна тонкость, которая, собственно, и толкает, и правильно толкает людей как можно быстрее переходить в более высокие матрицы. Дело в том, что человек, который раньше перешел в более высокую матрицу, оказывается выше по структуре. То есть, если здесь, в матрице S1, ваш личник находится под вами в структуре, но он раньше вас переходит в более дорогую матрицу, то он становится там выше в структуре. И когда вы, наконец, поймете, да, насколько выгодно быть в более дорогих матрицах, потому что пассив от большего количества людей будет идти, то вы окажетесь в структуре под ним. И таким образом получается, что до этого он как бы обеспечивал вам пассив в дешевой матрице. А вот в более дорогой матрице какой-нибудь, да, ну я, допустим, уже в S8, вот в этой матрице нахожусь. В более дорогой матрице он станет раньше вас, и когда вы поймете, насколько выгоднее быть в более дорогих матрицах, и перейдете туда, вы окажетесь там под ним, и будете обеспечивать уже пассив вы ему, а не он вам. А пассив там гораздо выше, чем в дешевых матрицах. Понимаете, в чем дело? Поэтому тут нужно очень четко понимать вот эту штуку и понимать, что быстро передвигаться по матрицам – это довольно выгодно. Но с другой стороны, вы правильно оцениваете тоже свои силы. То есть, если вы пришли на чистый пассив, то смотрите, тут нужно вам как бы внимательно смотреть. Да, тоже есть такой момент, что выгодно занять быстрее места в более высоких матрицах. То есть, допустим, в S8, к примеру, да, к примеру, у меня там вот сейчас один человек подо мной в S8, да, ну, на этот момент, когда вот я записываю ролик. То есть, второе место еще свободно. Понятно, что скоро там оно заполнится, да. Но ясно, что тот человек, который станет на это место, получит, соответственно, преференции, потому что все остальные пойдут под него уже. А там деньги-то совсем другие, не такие, как в S1, в S2 там, или в S3. Понимаете, в чем дело? Поэтому тут правильно считайте, правильно рассчитывайте, и тогда вас ждет здесь немалый успех. Но, опять же, призываю всех понимать, что матрица все-таки это штука такая, которая рассчитана больше на активный способ заработка, чем на пассивный. Хотя переливы тоже бывают. Все, я думаю, рассказал все, что хотел, что недосказал, что непонятно, что неправильно. Спрашивайте, пишите в комментариях. Пока-пока, на связи.